It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Привет, YouTube. Что-то особенного. Кружечка, пробочка, сам термос, Master Series. Эти ребята делают эти термосы очень давно, как я прочитал, американцы. В чем прелесть именно этой серии, именно Stanley? Как гласит вот эта вот наклеечка, которая там была на нем. 27 часов он держит холод, 27 часов он держит тепло, и 100 часов он держит лед, если вы туда засыпете. Завариваете какой-нибудь чай, какую-нибудь траву. Траву завариваете и ложитесь спать. На утро у вас будет такой отвар. Какие тут особенности? 1 мм 18/8 сталь. Какая-то изоляция тут. Quad Wack Insulation. Угу. Это как-то вакуумная, двойная вакуумная изоляция и еще какая-то двойная изоляция. И вот все вот это вот весит 900 грамм, по-моему, пустой. Плюс 750 миллилитров сюда влезает. Соответственно, он тяжелый, прочный. Ну, самый неубиваемая серия. Есть классическая, она полегче, но там не такие характеристики по времени. Вот эта кружка, которая идет, собственно, в комплекте, закрывает его. Сохраняет напитки в течение 20 минут горячими. Неплохо, неплохо. Еще что очень важно, пожизненная гарантия. Можно чай, можно травку, можно глинтвейн, да все, что хотите. В жару спасет от жары, в холод спасет от холода. Всем спасибо, всем пока.